Телеканал «Зет» продовжує своє пряме ефірне мовлення. Сьогодні, друзі, 30 березня, понеділок, традиційно у цій порі ми говоримо про головне на головному інформаційному телеканалі «Запоріжжя». Ну, зрозуміло, що тема номер один зараз у світі, в Україні, в Запоріжжі – це коронавірусна пандемія. Нині триває третій тиждень карантину, який свого часу запровадив уряд. Минулого тижня він продовжив цей термін до 24 квітня, одночасно оголосив про надзвичайну ситуацію в Україні. Саме цей день також було оголошено надзвичайну ситуацію у місті Запоріжжя відповідним рішенням виконкому Запорізької міської ради. Отже, якими є особливості життя у Запоріжжі в умовах надзвичайної ситуації, в умовах карантину? Чи доведеться нам ще позбутися якихось там певних прав? Чи запроваджено буде якісь обмеження? Чи, можливо, навпаки, додатково з'являться якісь обов'язки у кожного з нас? Поговоримо також сьогодні про те, які заходи вживає запорізька міська влада, аби забезпечити стабільну, прогнозовану і контрольовану ситуацію в Запоріжжі, забезпечити стабільну життєдіяльність у нашому місті. Ну, от про це та інше ми будемо говорити сьогодні наживо на телеканалі «Зет» разом з представниками запорізької міської влади, яких я задоволення представляю. Сьогодні запросили до розмови людей, які безпосередньо пов'язані з ухваленням управлінських рішень, з врегулюванням багатьох дуже проблем в контексті боротьби, в контексті запобігання поширення коронавірусної інфекції у Запоріжжі. Радник Запорізького міського голови Валерій Еделєв. Він є одночасно заступником спеціальної комісії з ліквідації наслідків техногенного та природного характеру, одночасно є керівником оперативного штабу, який от створено нещодавно для такої більш оперативної реагування на те, що відбувається. Анатолій Пустоваров, заступник Запорізького міського голови, також є заступником керівника спеціальної комісії з ліквідації наслідків техногенного та природного характеру місцевого рівня у Запоріжжі. І Геннадій Наумов, депутат Запорізької ради, лідер міжфракційної депутатської групи «Єднання». Я дуже дякую, що ви знайшли час поговорити про головне. От такий напружений час, тому що розумію, що доводиться працювати інтенсивно, без вихідних. Скажімо, час стиснувся, і він не дозволяє, скажімо, розслабитись, умовно кажучи. Постійно доводиться ухвалювати якісь рішення. Ми з вами зустрічалися минулого тижня. Тоді було дуже багато телефонних дзвінків наших глядачів. Також, друзі, я вас закликаю долучатися до сьогоднішньої розмови. Ви бачите на своїх екранах телефони, міські телефони, також мобільний телефон. Так що ставте запитання. Сьогодні саме будемо говорити про особливості надзвичайної ситуації. Тому що часто густо плутають стан, ситуація. От як коли приймала міська влада рішення про запровадження надзвичайної ситуації, знову з'явилися панічні настрої, знову люди побігли в магазини, в аптеки, почали скуповувати все, що тільки можна. І от ми б хотіли, щоб наш глядач отримав відповіді сьогодні з перших вуст, ну і також трішечки заспокоїти. Ми обов'язково переживемо цю ситуацію, повинні стати ще більш сильнішими і згуртованішими. Ну, я хотів би на початку розмови, щоб саме ми, і глядачів в тому числі, їм нагадали, що таке надзвичайна ситуація, що дозволено під час цього періоду і що навпаки заборонено. Наш сюжет дивимося і починаємо розмову. 25 березня своєю постановою номер 239 уряд вніс зміни до ухвалених раніше рішень. Обмежувальні заходи на території України продовжили до 25 квітня. Визначили ряд заборонених та дозволених заходів. Школярам та студентам продовжили карантин і заборонили відвідувати школи та виші. Закритими залишилися заклади громадського харчування, торговельно-розважальні комплекси, фітнес-центри та заклади культури. До завершення карантину під забороною лишили регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні. Не працюватимуть також аеропорти та залізничне сполучення. Рішенням уряду закрили пункти пропуску через державний кордон для міжнародних перевезень. Дозволеними залишаються діяльність кафе та ресторанів за умов забезпечення адресної доставки замовлень. Відкритими для населення і надалі будуть продуктові супермаркети, аптеки, магазини, які реалізовують засоби гігієни та пальне. В звичайному режимі продовжують працювати банки, пошта та заправки. Дозволені перевезення легковими автомобілями. Рух громадського транспорту не обмежений, однак кількість пасажирів одночасно не повинна перевищувати половини кількості місць для сидіння.
Ну, тепер до вас запитання. Що змінилося у Запоріжжі після запровадження надзвичайної ситуації? Пане Валерію, давайте з вас розпочнемо. Прежде всего, я хочу сказать, что чрезвычайная ситуация была принята в тот момент, когда городская власть уже практически процентов на 95 подготовилась к этой ситуации и выполнено очень много мероприятий, связанных с введением чрезвычайной ситуации. Мы практически решили вопрос по закрытию рынков. Дети уже на тот момент в школах не учились, были закрыты школы, детские садики были закрыты, по-моему, в тот же день. То есть мы провели громадную подготовительную работу, и этот процесс введения чрезвычайной ситуации в нашем городе прошел более-менее мягко и практически незаметно для людей. Самая главная задача чрезвычайной ситуации – это максимально ограничить передвижение людей в этот период. Почему? Потому что условия карантина, они подразумевают максимально разъединить людей, чтобы они как можно меньше общались. И своевременность введения чрезвычайной ситуации, она во многом влияет на количество заболевших после того, как пройдет вот этот вот период созревания этого вируса в организме человека. Это обычно 3-4 недели, как говорит статистика. И то же самое статистика говорит то, что происходит в других странах. Задержка на один день введения чрезвычайной ситуации карантина в стране может до 40% увеличить количество заболевших. Ну, от, на мій погляд, суб'єктивний, місцева влада, міська влада діє набагато оперативніше, ніж та ж центральна влада. Ну, в тому числі щодо запровадження надзвичайної ситуації. От першим про це заговорила міська влада, потім уже на центральному рівні. І дуже багато заходів доводилося запроваджувати, дуже багато рішень доводилося ухвалювати, ну, саме на місцевому рівні, навіть не маючи інколи навіть законодавчої якоїсь певної бази. Надзвичайна ситуація, як змінила для вас життя, пане Анатолію? Ну, надзвичайна ситуація – це час надзвичайних мір, прийняття швидких і вивірених рішень. И поэтому, конечно же, наша страна находится в постоянном стадии, там, допустим, реформ, существует разрыв некоторых коммуникаций. Поэтому сейчас время объединения всех вертикалей власти, бизнеса, общественности и просто жителей, потому что со всех экранов, я не знаю, кто еще не слышал, что действительно самоизоляцией, мерами предосторожности, такими простыми, как мытье рук, допустим, да, там, проветривание, следить там, за базовым своим здоровьем, спасет тысячи и тысячи жизней. Поэтому еще раз говорю, сейчас не время паники, не время политических каких-то спекуляций. Страна должна защитить свое население. И это зависит от каждого из нас. Поэтому сейчас речь не в юридической казуистике, а дело в том, чтобы профессионалы, чтобы наши уважаемые медики, на которых сейчас это, ну, вся ответственность уже такая большая, лежит. Наши вертикали власти все принимали решения на то, чтобы избежать вот этой геометрической прогрессии, в которой оказались некоторые страны, причем развитые, сильной экономикой, с финансовым неплохим положением. Поэтому еще раз говорю, надо отставить, допустим, панику, чтобы все смотрели в одну сторону, это как побороть и возможность распространения вируса, и последствия. И это вопрос не только медицинский. Вы видите, сегодня Рада принимала экономические вопросы. Это гуманитарные вопросы, экономические, потому как страна нуждается в больших деньгах. И это, конечно же, вопросы экономики и внешней политики. Ну, чи своєчасно все це робиться, мається на увазі державною владою. От ми про це, зокрема, поговоримо, аналізуючи сьогоднішнє позапланове, позачергове засідання Верховної Ради, їх одночасно аж три було цього разу. Ну, там такі цікаві, кумедні навіть ситуації були, ну, які сигналізують про багато речей і щодо про те, що ви говорите, згуртованість незалежності від політичних вподобань і про різні інші моменти. Пане Гнаді, от до ефіру ми з вами говорили, що, можливо, недостатньо от таких жорсткі якісь обмежувальні заходи були запроваджені. Мається на увазі в контексті надзвичайної ситуації. Чи все-таки це дозволить от стабілізувати ситуацію і дійсно попередити, не попередити, запобігти поширенню цієї інфекції в Запоріжжі? Ну, смотрите, как уже было правильно сказано, на сегодняшний день со стороны городской власти предпринято достаточно мер, которые мы могли предпринять. Да? То есть мы ограничили торговлю на рынках, мы ограничили, закрыли определенные точки, которые могли быть
скажем так, центром распространения этой инфекции. Что касается центральной власти, ну, мое мнение, мы видим, как у нас меняются министры. Как по мне, достаточно неправильно менять вот именно в ситуации, в которой мы находимся, министров, причем назначать их опять поспешно, без понимания, специалист пришел на эту должность, не специалист, какая программа. Мы уже на сегодня должны понимать, что должны быть жесткие меры. И мы видим пример, когда независимо на то, что, какие меры предпринимаются, со стороны центральной власти, со стороны местных советов, со стороны области, я хочу обратить внимание, что сейчас нету правильных решений и нету популярных решений. Сейчас есть одно решение, да, остановить распространение данной инфекции и минимизировать те последствия, которые будут для экономики в том числе. Поэтому на сегодняшний день мы видим примеры, когда недоработка с моей стороны центральной власти, когда прибывает в Борисполь рейс из определенных стран, где есть уже договоренность. Ну, з Вьетнама, якщо не помиляюсь. Да, да, где... Причем за кошти мільярдера в'єтнамського, безкоштовно абсолютно. Где мы видим неслаженную работу в части того, чтобы обеспечить, изолировать данных людей на 14 дней. Для этого необходимо было предоставить помещение. Помещение было предоставлено. Но не было даже организована нормальная транспортировка и нормальное сопровождение, допустим, со стороны Национальной гвардии, Национальной полиции. И поэтому вот этот период времени, это, можно сказать, там, я обращаюсь ко всем, это период персональной ответственности каждого человека, помимо власти, любой, это персональная ответственность каждого человека. Мы должны соблюдать карантин. Мы на самом деле должны понимать, что это вынужденная мера. Мы должны ограничить поездки на Хортицу, на природу и как бы отвечать прежде всего за свои поступки, поверьте. Да, там, а со стороны городской, центральной власти, я уверен, что будет предпринято максимум мер для того, чтобы это минимизировать. У нас есть телефонный дзвеночек. Еще наш глядач або глядачка на зв'язку. Добрый вечер. Немає, да? Я так зрозумів, що зірвався. Чи є? Це я до режисерів. Немає. Ну, чекаємо наступного дзвінка. От сьогодні, знаєте, хотів би про подію хоча б кілька слів, щоб ви висловили свою думку. Ну, хто захоче, звичайно. Сьогодні в Запорізькій міськраді проводились слідчі дії. Служба безпеки України, якщо не помиляюсь, Нацполіція була присутня. Питання, які стосувались там земельних різних моментів, але саме під час цієї запеклої боротьби щодо запобігання поширенню коронавірусу відбуваються слідчі дії. Що дивно, що напередодні близько 23 міських голів, в тому числі Володимир Буряк, звернулися до представників центральної влади, аби вони не ухвалювали певний законопроект, який дуже б'є серйозно по місцевих бюджетах. І от саме на наступний день завітали представники правоохоронних служб, міський голова зробив вже заяву, що це є політичним тиском під час такої непростої ситуації. Як ви прокоментуєте, Геннадій? Ну, я прокомментирую это так. С 2015 года мы все были свидетелями громких каких-то обысков, уголовных дел, которые на сегодняшний день ни к чему не привели, ничем не закончились. Поэтому, к сожалению, это мое мнение, на сегодняшний день обыск, да, вот именно обыск, превратился в такой элемент какого-то, назовем, политического пиара. То есть при помощи обыска можно неугодно создать какую-то проблему. При помощи обыска можно создать информационный повод для того, чтобы СМИ максимально распространили информацию. И, к сожалению, на начальных этапах я для себя четко понимал, что люди, которые читают новости, они до конца не вникали. Вот если провели обыск, значит, сразу все, это уголовное дело, суд, тюрьма, да. По поводу сегодняшнего обыска, я был во время проведения обыска в городском совете, о нем я, конечно же, ничего не знал, узнал уже непосредственно от СМИ, когда у меня там, в том числе, взяли комментарий. Я пообщался с ребятами, которые состоят в земельной комиссии, могу сказать одно. Было правильно сказано, что сейчас не время для того, чтобы разъединяться. Необходимо объединяться и минимизировать все те провокации и спекуляции, которые могут быть. Но проводить обыск, возьмем, да, ситуацию, что карантин, это раз. Но проводить обыск по уголовному делу, по которому в 2019 году эти документы уже были изъяты, они изучались. Да? Ну, это для меня не что иное, как информационный повод. Тем более мы имеем пример, когда у нас было уголовное дело, и был обыск в аэропорту,
перед тем, как было планировалось принимать решение о передаче аэропорта в концессию. В принципе, где-то как-то ситуация повторяется, поэтому в данной ситуации правоохранительные органы должны действовать негласно. Да? Те документы, которые изымались и планировалось изъяться, они есть уже у них в доступе. Для того, чтобы провести следствие, необходимо просто провести экспертизу и передать дело в суд. Изымать по 3-4 раза те же самые документы – это просто информационный повод. У нас знову такий глядач, глядачка на зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Як вас звуть? Звідкіля ви телефонуєте? Запоріжжя. А звуть вас як? Олександр. Дуже приємно. Пане Олександре, ТСК, ставте запитання, будь ласка. Що вас цікавить? Скажіть, будь ласка, от ПАТ «Укрграфіт» з 1 числа отправляет всех своих рабочих на, ну, как говорится, без содержания. Правомерно ли это или как? Дякую вам за запитание, Валерий Григорьевич. Вы, Анатолий Иванович. Я могу прокомментировать следующим образом. Ну, во-первых, там есть собственники, которые решают эти вопросы. Но было обращение и президента, было обращение к собственникам и городских властей, чтобы без содержания, во время того, когда у нас в стране пандемия и карантин, работники не отправлялись домой, то есть не закрывалось предприятие. Более точного комментария можно достичь только после того, как нужно взять, провести анализ. Мы обязательно это сделаем и более точно можем ответить тогда на страницах средств массовой информации, что ли так. А куди можна звернутися за такими роз'ясненнями, скажімо, до ваших служб в міській раді? Ну, юридичний підрозділ точно може, департамент правового забезпечення надасть цю інформацію. Ну, можна і так. До речі, на сайті Запорізької міськради, от виведіть, будь ласка, інфографіку, є спеціально створена така рубрика «COVID-19». Де найсвіжіша інформація, от бачите, верхнє меню, де найсвіжіша інформація про рішення Запорізької міської ради, про засідання комісії техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій, вона розміщена. І паралельно запроваджено ще телеграм-канал. Також найактуальніша інформація розміщена в цьому телеграм-каналі, і, здається, близько вже чи понад 7 тисяч підписувачів вже є. Дякую за те, що продемонстрували. Я хотів би повернутися до сесії, яка відбулася минулого тижня, 49-та сесія. Ви ухвалили, вона була загалом присвячена здебільшого питанням запобігання поширенню чи боротьби з цією інфекцією. Які були рішення ухвалені, що вже зроблено, скільки виділено коштів, хто їх вже отримав, можливо, щось вже придбали. Пане Анатолію, це ваша тема. Большой блок вопросов касался медицинского характера. Мы предусмотрели несколько блоков вопросов, которые очень важны для нашей системы охраны здравоохранения города. Во-первых, мы поддержали наших медицинских работников, потому как вы же знаете, что переформатирование модели финансирования во всей стране идет медицины. И с 1 апреля, по всей видимости, оно пойдет в том числе через НССУ по пакетам в каждую больницу, и все равно соблюдаются, остаются кассовый разрыв между содержанием лечебных учреждений и теми поступлениями, которые в рамках реформы запланированы. Поэтому мы подстраховались и порядка 30 миллионов гривен предусмотрели для того, чтобы зарплата работникам сферы здравоохранения была выплачена, и аванс, и все в полном размере. Второе, мы обратились к центральным органам власти, потому как одним законом они забирают с местных советов до 400 миллионов гривен, а другим законом предполагают дополнительную финансовую мотивацию в виде надбавок и премий там, 200-300%. Я думаю, медикам нужно и 2000% сейчас доплачивать. Но средств в местных бюджетах по этому на данный момент категорически нет. Поэтому мы обратились для того, чтобы дали разъяснение, а самое главное, дали финансирование по этой статье. Третье, это, конечно же, мы обратились с точки зрения вообще помощи по линии медицины, потому как городской совет из средств запорожских налогоплательщиков выделил 100 миллионов гривен. Однако этой стоимости тоже недостаточно для того, чтобы наши лечебные учреждения, их десятки, закончили год и заплатили всем зарплату, пролечили всех наших запорожцев. В формате 100 миллионов гривен мы выделили тоже три блока вопросов. Первое – это порядка там, 30-40 миллионов гривен. Это резерв на медикаменты и работу реанимационных коек в наших лечебных учреждениях на тот случай,
если койки в наших больницах будут задействоваться под больных коронавирусом, под тяжелых больных коронавирусом, и это тот запас, который будет на них тратиться, потому как в среднем мы проанализировали со специалистами одно лечение осложнений от коронавируса и сопутствующих заболеваний, это где-то от 15 до 35 тысяч гривен. И это деньги, которые на данный момент не то что у каждого, далеко не у каждого жителя Запорожья есть. Второе, это, конечно же, защитить наших медицинских работников. Это порядка 18-20 миллионов гривен. Это средства индивидуальной защиты и дезасобы. С завтрашнего дня уже начинаются развозиться централизованные, скажем так, поставки средств индивидуальной защиты. До конца недели, я думаю, что где-то месячная потребность точно будет уже в больницах. Дезасобы. То же самое уже идет развоз по лечебным учреждениям. Дезасобы для и мытья, скажем так, и дезинфекции поверхностей, и для обработки рук, для того, чтобы наши медики могли себя защитить. И третий блок — это оборудование, о чем так все страны говорят, и город Запорожье здесь на протяжении 3 лет по программе мэра была программа по переоснащению реанимационных мест. То есть мы приобретали и аппараты ИВЛ, и мониторы пациентов, порядка 60, да, комплектов. Этого недостаточно для таких тяжелых и массовых, да, там, случаев. Поэтому мы еще дополнительно выделили на 25 аппаратов ИВЛ, 25 мониторов пациента. Также еще порядка 30 кислородных концентраторов. Часть есть в больницах. 30 новых кислородных концентраторов мы покупаем, потому что не во всех случаях необходимо прям сразу ИВЛ, но подать кислород для того, чтобы выровнять ситуацию со здоровьем человека, тоже необходимо. И еще порядка 20-30 наименований, я имею в виду наркозно-дыхательную аппаратуру и детский ИВЛ, потому что у нас 4-й наш роддом будет принимать и женщин, породили, и беременных. Да. Не дай бог. И, конечно же, не дай бог. И мелкий инвентарь, увлажнители воздуха для наших реанимационных мест, и УЗИ легких, и анализаторы газокрови, и тот перечень, который мы вместе с нашими специалистами составили. Поэтому такая базовая потребность однозначно нами заказана, и уже на этой неделе будут поступать. Эта большая, грандиозная работа по договоренностям тоже была проведена, уже будут поступать. Но мы все понимаем, что тут вопрос не только всегда в финансировании, а и в наличии на заводах, потому что это особенно высококлассное оборудование производится в некоторых странах, их не так много, и в очереди стоит не только Запорожье, а страны. Это зрозуміло, что говорит Европа. И третье, это специалисты. Это еще раз нам конкретно ситуация, чрезвычайная самое. Ситуация показывает, что, наверное, реформа не в том направлении идет, и наш город Запорожье неоднократно об этом обоснованно доказывал законодателю, что реформа не может идти, скажем так, на разрушение и на оптимизацию. Конечно же, анестезиологов, врачей реанимации, инфекционистов, эпидемиологов. То есть это все на самом деле, и сама система СЭС, которая была реформирована, но не дореформирована. Конечно же, это все надо выстраивать, потому что страна не может. Это фактически вот как страна с обороной, и мы это, да, на протяжении 4-5 лет выстраиваем фактически заново, да, линию обороны. Так и здесь вторая линия обороны, которая должна быть и эпидемиологическая, и самое главное, врачебная. Зарплата врача, нормальное обеспечение больниц, лекарства, средства индивидуальной защиты, расходные материалы. И третье — это материально-техническая база. Потому что в больнице 20-30 лет ничего из этого в большинстве не видели. И те сотни миллионов гривен, которые городской совет перераспределял на эти нужды за 3 года, это все равно только десятки процентов от той потребности, которая скопилась за 20-30 лет. Ну, чудовий шанс в такі кризові періоди продемонструвати соціальну відповідальність великому, середньому, там, малому бізнесу. Зрозуміло, що багато хто зараз потерпає, особливо малий і середній бізнес. Великий бізнес, Валерій Гаврилович, йде на якісь зустрічі з якимись пропозиціями щодо допомоги надати місту в якийсь інший спосіб. Да. К сожалению, економіка у нас в такому состоянии, що сьогодні і большой бізнес, і малий бізнес, они, дай бог, чтобы они выжили и пережили этот кризис, не только пандемию, но и экономический глубочайший кризис сейчас во всей планете. И многие страны, в том числе и Соединенные Штаты Америки, европейские страны, сейчас думают о том, как они будут жить в пост
в постэпидемиологическом мире, который будет, настанет у нас к концу этого года. Кто выживет, кто нет. Поэтому в данном случае бизнес, конечно, не такой активен, как это было раньше, но тем не менее многие предприниматели все, что есть, пытаются в том объеме, в котором могут, они помогают, и помогают они материально, и помогают они оборудованием. Я по роду своей деятельности больше сталкиваюсь с малым и средним бизнесом, с крупным бизнесом. Работает Анатолий Иванович, у него есть отношения в плане благотворительных взносов в наш бюджет. Он, может быть, более подробно скажет. А по малому и среднему бизнесу я хочу сказать, что здесь задача нашего государства – дать им выжить. Сегодня под большой угрозой стоят более 90% малого и среднего бизнеса. Смогут они выжить или нет в новых условиях. Я очень надеюсь, что это произойдет, потому что во все времена малый и средний бизнес были основой экономики всех стран. У нас есть еще один телефонный звоночек. Добрый вечер. Добрый вечер. Будь ласка, відійдіть від телевізора, або гучність зменшіть. Добрый, добрый. Як вас звуть, шановна пані? Тетяна. Тетяна, будь ласка, ваше запитання, пані. Я хотіла б узнати, в случае виявлення вірусу у чоловіка, він попадає в больницу, лечить його будуть за счет государства или будуть лечить його за счет самого больного? Дякуємо за запитання. Ну, є певний алгоритм, я так розумію, що це Міністерство охорони здоров'я, воно зафіксувало, Анатолій Іванович. Да, вышли вот на днях и новые протоколы лечения по коронавирусу, новые разъяснения. В Запорожской области, в частности, в городе Запорожье, первая линия вообще соприкосновения – это, конечно же, наша первичная медицина, которая непосредственно дает первые рекомендации, собирает анамнез. По необходимости у каждой первички, у каждого центра, у каждой амбулатории есть уже быстрые тесты, которыми она в случае необходимости и решения семейного врача может провести быстрое тестирование на коронавирус. Дальше, если не дай бог что-то подтверждается, то скорая помощь на данный момент доставляет и в инфекционную больницу. Также по новым протоколам больной может проходить лечение на дому, если оно протекает в нетяжелой форме. Если мы говорим о сразу каких-то тяжелых случаях, если кто-то пересидел дома, переждал и так далее, то когда уже осложнение с дыханием, высокая температура и так далее и тому подобное, необходимо сразу обращаться в скорую помощь, которая приедет специализированная бригада, доставит по необходимости, если посчитают нужным за показаниями, в инфекционную больницу. Также во всех этих случаях наш лабораторный центр отберет анализ уже для, скажем так, золотого стандарта диагностики уже коронавируса, ПЦР-исследования. На данный момент у нас таких 9 случаев за эту всю историю, из которых один уже вылечен, женщина, слава богу. И остается сейчас 8 случаев, из которых 6 находятся в инфекционной больнице, 2 на домашней самоизоляции, домашнем лечении. Что касается областной инфекционной больницы, которая рассчитана там 200-280 коек и так далее, конечно же, в этой сложной ситуации там полная потребность еще не закрыта, но базовый набор есть, и никто не откажет в лечении. Лечение, мы все знаем, что лекарств на данный момент еще от коронавируса нет, поэтому лечатся, собственно говоря, сопутствующие вещи. И, конечно же, по этим протоколам тоже есть. Поэтому в зависимости от лечения будет предоставлено или лечение в инфекционной больнице за счет там, тех средств и надходжень, которые есть, либо чего-то, если не будет доставать, ну, ситуация может быть разная. Как я уже сказал, для второй хвыли волны, да, это наша 7-я больница и 2-я больница, мы сейчас предусматриваем финансирование, бюджетирование для того, чтобы лекарства первой необходимости для лечения это были в наличии. И, конечно же, больной или семья в этой ситуации, которая сложна, еще и карантин, ограниченность передвижения, не искала возможности этого. Поэтому мое личное мнение, конечно же, это должно быть за счет бюджета в такой сложной ситуации. Сейчас будем смотреть, формируем еще потребность. И я думаю, у нас есть еще сейчас время доформировать ее, потому что сейчас еще, слава богу, и, наверное, благодаря
благодаря карантинным мерам, вы видите, ситуация еще на данный момент управляемая. Я сегодня интересовался самочувствием больных удовлетворительно. Среди подтвержденных случаев коронавируса тяжелых больных на данный момент нет. Ну, загалом в Україні на даний момент там десь 5000, у яких підтверджено інфікування. 13, здається, в Запорізькій області. У нас порівняно невисокий, дай Боже, відсоток. Тому що Чернівці, Київ, Західна Україна, вони лідирують. Ну, що характерно, ця хвороба, скажімо, не вирізняє, якої ти національності, віросповідання, скільки тобі років, яку ти посаду займаєш. Ну, от підтверджено вже офіційно і оголошено, що інфіковані депутат обласної ради Геннадій Фукс, він з фракції «Батьківщина», Григорій Самардак, голова обласної ради. Зараз народні депутати. Народні депутати. Ну, це те, що в Запоріжжі відбувається. І тому, друзі, будьте обережні, дотримуйтесь у цих заходів, скажімо, індивідуального захисту і санітарії. Геннадій, от повертаючись до сесії міської ради, ви були ініціатором збору коштів з депутатських фондів. Звернулися до всіх депутатів. На жаль, не всі вони відгукнулися на вашу ідею. Ну, тобто, виділити певну суму коштів на потреби медицини. Що було зроблено і куди ці кошти, можливо, вже надійшли? Ну, я думаю, что не все депутаты отозвались, потому что, может, не до конца поняли идею предложения. Потому что, если мы возьмем и проанализируем, то каждый депутат на своем округе ежегодно выделяет в основном деньги из фонда на больницы, на детские садики, школы. Но просто те деньги, которые мы выделяем на больницы, они идут, скажем так, текущие ремонты, покупка какого-то оборудования, не первоочередные, как по моему мнению, на сегодняшний день вопросы, которые стоят. Деньги были выделены, но сейчас мы столкнулись, ну, условно, месяц назад с новой проблемой. Это коронавирус, недостаточностью финансирования. Много нерешенных вопросов есть у главврачей, которые, в принципе, ну, если быть объективным и по-честному, вот решить решением городского совета, мэрии, комиссии, достаточно тяжело. То есть наша задача — дать инструменты. Ну, я говорю, например, про те же перевозки медперсонала. То есть есть разные способы, как это организовать, но решение должен все-таки, как по мне, принять главный врач. Поэтому у меня на сессии возникла такая идея. Возможно, не все депутаты как бы ее поняли. Я думаю, что на следующей сессии, возможно, будет еще одно выделение. Может, инициирует кто-то другой. На этой сессии мы собрали 330 тысяч гривен, которые направили на те больницы, постарались в равных частях, на те больницы, которые у нас будут на острие как бы ножа. И уже там главврач будет принимать для себя решение. Абсолютно верно. И мы сбалансировали это решение, потому что бюджет, естественно, не безграничный. Поэтому к этой инициативе еще из бюджета дополнительно были выделены деньги, порядка 760 тысяч. Итого имеем где-то 1 миллион гривен на решение этого очень важного вопроса доставки медицинского персонала. Частично это эти деньги, которые Геннадий сказал, идут напрямую на бензин для того, чтобы санитарный транспорт больниц заправлять, и они могли тоже своих сотрудников отдаленных и доставлять. С сегодняшнего дня курсирует еще один маршрут, который зарегистрирован по линии МВД и по всем согласованиям, специализированный для наших медработников, в том числе больницы скорой экстренной медицинской помощи, где речь идет на секунды, на минуты. Конечно, сотрудники не могут не опаздывать и не должны думать о доставке. Да? И третье тоже на дополнительный транспорт. Поэтому вот благодаря таким усилиям и исполкома, и депутатского корпуса на данный момент решается этот вопрос, и с каждым главврачом мы на связи, каких-то вопиющих сейчас случаев нет, тем более сейчас идет сокращение плановых приемов, плановых операций, немного поток запорожцев в больнице уменьшен существенно. Ну, я знаю, що медпрацівника і, можливо, ще якимось працівникам критично важливих сфер, вони мають посвідчення, які за допомогою цих посвідчень в громадському транспорті мають там певний пріоритет. Да? Щось таке є. Если ко мне вопрос, то да. Сейчас решен этот вопрос. У нас состоялась комиссия ТБЧС. Это была комиссия в пятницу. И там было поручение дано руководителю департамента транспорта Власюку отработать этот вопрос.
И максимально эффективно он быстро это все решил. И сегодня, насколько я понял, было заявление и Анатолия Ивановича о том, что проблема доставки медицинских работников к месту работы отсутствует. То есть сегодня этот вопрос решен. Острая, да? Да, острая. Здесь я хочу сказать, что у нас существует несколько линий обороны, как уже было сказано. На первом линии, конечно, безусловно, стоят медики, медицинские работники, это правда. Основная нагрузка сейчас лежит на них. Я бы хотел поговорить и о второй линии обороны. Это предприниматели, это торговые точки, куда ходят все наши люди, все наши граждане за продуктами питания. И они постоянно общаются с продавцами, постоянно общаются с кассирами, которые сегодня тоже на себя берут основную нагрузку общения и подвергаются максимальному риску быть подвержены заражению этого вируса, работают практически на грани риска. И сегодня мы тоже на комиссии ТБЧС, которая была, большое внимание уделили этому вопросу. И мы в мягкой форме, подчеркиваю, в мягкой форме, потому что во время пандемии, конечно, шашкой махать – это неблагодарное дело. Мы будем проверять, будем убеждать собственников крупных сетей и мелких сетей большое внимание уделять защите своих работников, потому что эти люди действительно сейчас сидят на второй линии обороны. Ну, третья линия обороны, я уже сказал, это когда будем выходить из этого кризиса, тогда все вспомнят, что у нас есть малый и средний бизнес, который должен вытащить страну из этой ямы, в которую мы попадем, экономическую. Ну, дай Бог дожить до этого. От ви тему торгівлі вже порушили. Якою є ситуація? Які є перспективи, можливо, поновлення функціонування наших продовольчих ринків? Це до чого? В Мелітополі вже відкрили ринки, в Енергодарі також, в Кам'янці-Дніпровській також. Чи є у нас такі варіанти, розглядаєте, поновлення роботи? Чи все-таки от в такому режимі і буде тривати оця ситуація? Есть одно из самых больших заблуждений, вот я даже здесь вот в рамках этой передачи это услышал, о том, что вот санитарные нормы соблюдают, значит, можно оставлять открытым. Ну, давайте пойдем так. А кто нарушает санитарные нормы, допустим, в концертном зале имени Глинки? Или кто нарушает какие-то санитарные зоны во Дворце спорта «Юность» во время массовых мероприятий? А на стадионе «Металлург», когда идет шикарная встреча, и там присутствует там, 10-15 тысяч человек вместе. Да никаких санитарных норм там не нарушается. Там чисто, аккуратно будут подавать в одноразовой посуде пиво. Пожалуйста, ходите. Дело в том, что во время карантина задача прежде всего не навести санитарный порядок, хотя это тоже, а максимально не дать возможности людям встречаться между собой одновременно в одном месте. Вот такими местами определили. Это концертные залы, это спортивные залы, это всевозможные площадки для отдыха. Были закрыты парки. Почему закрыты парки? Ведь это свежий воздух. Чего их закрыли? Да потому что туда люди приходят, общаются между собой и передают этот вирус путем прикосновения друг к другу или к тем поверхностям, где только что касался зараженный человек. Поэтому в первую очередь и закрыли рынки, потому что там большое скопление людей. Можно было бы закрыть и торговые центры, но тогда бы вопрос, а где же тогда брать продукты питания? Поэтому вот именно когда вводилась чрезвычайная ситуация, определили те предприятия, те точки, которые закрыть невозможно. Закрыв их, мы лишаем граждан возможности вообще выжить. Поэтому было принято тяжелое, я подчеркиваю, очень тяжелое решение, потому что мы понимаем, что все, кто торгует на рынках, они выживают. Точно так же, это их рабочие места, там они зарабатывают деньги себе и своим семьям. Но тем не менее, пожертвовал этими людьми, мы дали возможность большому количеству людей не заразиться в будущем. Вот почему такие решения принимались, а не потому, что там санитарные нормы сохраняются или нет. Что касается перспективы открытия рынка, сегодня Кабмин решает эту проблему. Если будут приняты какие-то решения, первые, кто узнает, это наши запорожцы. Мы отработаем те решения, которые Кабмин принят. И согласно тем решениям, мы, конечно же, будем действовать и в нашем городе. Сегодня открыт один рынок оптовый на Жуковского 30. Почему? Это решение комиссии ТБНС. Да, совершенно верно. Это принято было на комиссии ТБЧС. Почему это было принято такое решение? Да потому что более 100 магазинов в сети запорожских
они покупают продукты, овощи, овощные наборы именно на этом рынке. Это рынок, куда все фермеры Запорожской области свозят свою продукцию. Благодаря этому, вот вы смотрите, у меня есть анализ цен за последние две недели, мы сумели удержать на борщевой набор цены, а даже в некоторых магазинах они ниже, чем были в начале. То есть мы держим эти цены благодаря тому, что мы наводнили рынок овощной продукции. Это вынужденная мера, которые пошли навстречу людям, нашим запорожцам. Все остальное, извините, пока не можем, пока не примут решение наши медики. Я знаю, что вы, депутаты из міської ради, звернулися до Кабінету міністрів, президента, Верховної Ради з тим, аби державна влада контролювала ціни на товари соціальної групи першої необхідності. На яку ви реакцію розраховуєте? Тому що, наприклад, ви звернулися з приводу, скажімо, запровадження трішечки інших вимог в транспортному, в громадському транспорті на перевезення людей. Пішов Кабмін на зустріч. Чи може запровадити, одним словом, якою буде реакція центральної влади на ваше депутатське звернення? На яку ви розраховуєте? Я думаю, что однозначно будет положительная реакция. Не обязательно даже принимать какие-то нормативные новые законодательные акты. Есть антимонопольный комитет, который достаточно быстро может на эти моменты отреагировать. И здесь как раз вот тот вопрос, в котором должно включиться государство. У нас есть государственное регулирование цены. Было бы неплохо, чтобы все-таки обеспечили поступление в Украину масок, антисептиков, то, что мы даже при выделении средств не можем на самом деле там найти по нормальной цене на рынке. Вот это то, на что должна отреагировать государственная власть. Здесь, как уже было правильно сказано, с начала, в принципе, работы комиссии было предпринято максимальное количество мер для того, чтобы удержать в рамках стоимость, по-моему, 20 позиций, насколько 20. Я помню, наиболее такие востребованные для населения. Социальный пакет, да. Такой, так называемый. Каждый день идет мониторинг этой цены, и проводились встречи с крупными торговыми сетями для того, чтобы этот момент отрегулировать. Но здесь мы уже сталкиваемся с тем, что некоторые торговые сети вынуждены поднять эту стоимость за счет того, что на самом деле идет поднятие цены у поставщика. Поэтому закупивальная цена, да. Там мое будет сертификаты, якость. Поэтому мы и говорим, здесь что нужно регулировать вовремя. Не цены, а нужно регулировать торговую наценку. И мы договорились с основными игроками на этом рынке, что торговая наценка на вот эти 20 товаров, о которых говорим, социальных, они будут максимум 5%. И мы сейчас пытаемся контролировать именно торговую наценку. Сейчас уже многие заявили о том, что о своих сложностях. Не в рамках этой передачи будем говорить об этом. Кожен зараз має складності, треба пережити просто цей момент, тому що хтось зазнає збитків, хтось... ще якісь, скажімо, виникають труднощі. Я от, пане Валерію, хотів би повернутися на самому початку. Я вас представив як керівника штабу оперативного, який створений от в п'ятницю буквально. Які має він повноваження, з якою метою його було створено і на які процеси ви можете впливати? Була комісія ТБЧС обласна. Там було прийнято рішення створення спеціальної комісії в області і оперативного штабу. І те саме було рекомендовано сделать в городе. На самом деле, действительно, вот правильно вы сказали, мы как бы всегда идем, как минимум, вместе, а может быть и на полшага впереди, потому что такой штаб у нас уже работал оперативный, и распоряжением Владимира Викторовича формально был узаконен на заседании комиссии ТБЧС по распоряжению Владимира Викторовича, я его возглавил. И туда вошли в основном те исполнители, которые непосредственно сейчас контролируют все процессы, на которые обращает внимание комиссия ТБЧС и спецкомиссия, это которая была тоже создана, и которой был поставлен первый зам Сергей Николаевич Мешок. Мы как бы в режиме реального времени контролируем выполнение тех решений, которые принимаются на этих комиссиях. И в то же время, в случае необходимости, тоже в режиме онлайн, готовим новые решения, которые бы скорректировали наши какие-то либо движения в ту или иную сторону, обратить внимание на какие-то вопросы, которые были
в процессе работы, я же говорю, что вот эта ситуация с пандемией, она новая для всех. Абсолютно. Поэтому мы вырабатываем новые идеи, предлагаем их и вносим на решение комиссии ТБЧС и спецкомиссии. Ну, в частности, вот вопрос дезинфекции подъездов тоже был решен на заседании одного из таких штабов. И сегодня мы пытаемся эту проблему решить. И просьба к жителям многоквартирных домов, просьба к руководителям управляющих компаний, управляющим ОСББ, чтобы они помогали нам в этом вопросе. Ну, я так розумію, що ці засоби дезінфекції, вони безкоштовно, можна їх отримати. На сию минуту, да. Мы пытаемся организовать вот именно самые простейшие дезинфицирующие средства для того, чтобы дезинфицировать подъезды, перила, дабы не допустить проникновения этого вируса в святая святых, в наше жилище. Ну, я так зрозумів з одного з дописів міського голови, він так активно в соцмережах дописує, що Запорізький титаномагнієвий комбінат пішов на зустріч, і він запропонував якийсь засіб дезінфекції. Що це таке? Чи дійсно це так? Ну, я думаю, Андрій Іванович більш подробно розкаже. Да, очень много на самом деле. Каждый день по возможности людей обращается с предложениями о помощи. И поэтому мы говорим о том, что инициатива нашего мэра пошла. Сегодня поехали уже первые продуктовые наборы к малоимущим и немобильным пенсионерам одиноким. То есть каждую неделю мы планируем по 1000 таких наборов запускать, где продукты первой необходимости на пару недель должны быть. Второе, конечно же, дезинфекция. Очень много промышленная промплощадка тоже активно включается. Вот из переговоров Владимира Викторовича с Запорожским титаномагнием комбинатом и вышла та такая инициатива. Они безоплатно передали хлорсодержащее средство, которое у нас через районные администрации предоставляется ОСМД и другим желающим для обработки поверхности, скажем так, жилого дома, нежилых площадей и так далее. Поэтому для ОСМД, ЖСК и просто активных представителей нашей громады можно обращаться в районные администрации по месту жительства для получения необходимой помощи. У нас є телефонний дзвіночок. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати, шановна пані? Мене зовут Анна. Дуже приємно. Я хочу спросити, на якому основанні закрили сьому городську поліклініку, бувшу радіоприбор, і куди нам обращатися, жителям мікрорайону? Дякую, пане Анатолію. Ну, до вас це запитання. Это... Также очень важное решение, которое на данный момент принято. Больницы, конечно же, в таком формате, как закрыть, мы не закрываем. И есть несколько больниц, которые мы на данный момент готовим для второй волны возможных коронавирусных больных. В это число в первую волну входит 7-я больница, как уже было сказано, Радиоприборовская, и 2-я в Шевченковском районе, у которой есть еще и хирургия, для того, чтобы теоретически мы подразумеваем и рассматриваем все возможности. Может быть, Запорожец, у которого есть коронавирус, но которому необходимо хирургическое вмешательство. Для этого 2-я больница. Поэтому на данный момент, потому как никто на данный момент не знает, как дальше развернется ситуация, это будет арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, просто вспышка, да, подтвержденных случаев. Для этого на данный момент поликлиники городские переведены в более упрощенный режим, с меньшим количеством, скажем так, специалистов, но с полным перечнем, потому что, в принципе, сейчас и поток пациентов уменьшился. Стационары некоторых больниц выполняют сейчас 3 функции. У нас крупные больницы, там и 5-я, 9-я, и 6-я, и 1-я, и 3-я, переведены в такой усиленный, наоборот, режим. А те больницы, в том числе 7-я, 2-я и 8-я, которые теоретически ожидают либо больных на коронавирус, либо на обсервацию, да, они сейчас готовятся к этому, потому как они непрофильные, да, по своему изначальному предназначению. И сейчас теоретически переводится формат временных инфекционных больниц. Конечно же, на это надо время. И поэтому на данный момент стационары 7-й больницы и 2-й закрываются и подготавливаются и по кислороду, и по другим вещам для временных инфекционных больниц города Запорожья. Поэтому, отвечая прямо на вопрос нашего телезрителя, на данный момент можно обращаться в первую больницу, которая тоже находится в Коммунаровском районе.
и которая примет и ответит на все необходимые вопросы. Сегодня мы собирали это совещание, она работает и полностью удовлетворит медицинские потребности наших запорожцев. Поэтому все сбалансировано. Также мы планируем поберечь о кадровом резерве медицинских персонала, потому что мы понимаем, что медицинский персонал на острие атаки. Очень большой процент, по аналогии других стран, врачей, к великому сожалению, тоже заболевают, да, этим вирусом. Поэтому мы выстраиваем и резерв кадров, и больницы, допустим, как 4-я больница и стационар, другие структурные подразделения других больниц сейчас уходят на дистанционную форму работы сотрудники с оплатой труда. Да, и тем самым мы формируем резерв медикам, который при необходимости может выйти и усилить базовые больницы, больницы, которые будут принимать скорые неотложные, да, состояния, и те больницы, которые вызначены во второй, в третьей волне под коронавирус. Поэтому все эти вещи сбалансированы нами и департаментом здравоохранения, обрабатываются для того, чтобы в городе осталась и первичная ланка, да, семейных врачей, и первая, вторая, третья стоматология остаются работать на острый случай для всего города. И роддома мы выбрали, и которые продолжают работать, и которые под коронавирус. И детские наши больницы, пятая и первая. И помощь под коронавирус, и ургентные больницы, ну и те больницы, поликлиники, которые все-таки остаются в районах для предоставления помощи, потому что мы понимаем, там травматолог и другие узкие специалисты, конечно же, должны быть в непосредственной доступности для наших запорожцев. Ну, дай Бог пережить цей період, і знову, я так розумію, все має повернутися, ну, до звичайного, скажімо, життя, до звичайної діяльності. У нас є телефонний дзвінок чи немає? Алло. Немає, напевно, що я вас дуже погано чуть, режисери. Є. Алло. Да, добрий вечір. Да. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звуть, шановна пані? Давайте. Валентина Петровна мене звуть. Валентину Петрівну, давайте, да, ваше запитання. Далі від телевізора відійдіть, будь ласка. Я медработник сама. Угу. Пошла в одну аптеку, вторую, пятую, десятую, нету масок, нету дезсредств. Как вести борьбу с коронавирусом? Вы не скажете мне? Дякую за запитання. Ну, напевно, що не тільки в аптеках Запоріжжя немає. Давайте це я звісно. Бо тут, напевно, що інше питання. Як, можливо, міська влада, можливо, забезпечить за рахунок тих же бюджетних коштів, можливо, ці допомоги китайської по лінії держави цими засобами. Китайська гуманітарна допомога, яка, говорить центральне правительство, приходить. Сьогодні прийшов второй її транш. Количество небольшое. Поэтому, в первую очередь, то, о чем мы говорили, оно идет на забезпечение медпрацівників. И это очень важно. Я уверен, каждый из нас заинтересован, чтобы врач в Запорожье был защищен. Второе, как я уже сказал, до конца недели средства индивидуальной защиты будут доставлены в больницы нашего города по линии уже закупок, которые в среду, буквально вот в предыдущую среду, мы проголосовали на сессии городского совета. Третье, это, конечно же, наши профильные структурные подразделения, которые обеспечивают жизнедеятельность города, водоканалы и так далее, тому подобное. Тоже там выделены деньги, идут закупки на то, чтобы защитить их сотрудников. Но мы столкнулись и с дефицитом, и со спекуляцией, потому что, конечно же, маска, которая стоит пару гривен в обычное время, не может стоить 100 гривен, да, сейчас, или 20 гривен, как ее пытаются. Поэтому для медпрацівників мы это уже отработали, и я думаю, этот будет вопрос решен. Во второе, я тоже смотрел брифинг центральных органов власти, где задача президентом поставлена насытить рынок страны. Эта задача поставлена именно кабинету министров. Город, конечно же, делает все возможные и невозможные вещи, но централизованно решить этот вопрос и в Запорожье все необходимо на национальном уровне, чтобы и разобраться, куда в принципе, да, все маски, которые у нас в принципе были с начала года, исчезли. И второе, то уже потом, да, надо заниматься. А первое, обеспечить все-таки рынок медицинскими масками и средствами индивидуальной защиты. Поэтому я уверен, что в краткосрочный период мы выполним первое задание и врачей обеспечим. Второе задание, всем надо оставаться на самоизоляции и по необходимости выходить, конечно же, желательно в средствах индивидуальной защиты. Я думаю, мы это тоже вместе с центральным органом власти будем решать.
Ну, сьогодні Верховна Рада України, ми згадували вже, провела одразу три позачергові засідання, можливо, ще третє триває, тому що воно розпочалося о 16:30, де було ухвалено ряд законів, змін до законодавства українського, де, зокрема, йдеться про медобладнання, про завезення безпроблемне і про заборону, там кримінальна відповідальність настає у разі вивезення якогось обладнання, оцих захисних різних речей, в тому числі для медпрацівників. Я хочу, щоб наостанок, от ви, у нас хвилина залишається до завершення ефіру, просто порадили нашим глядачам, як вони, ми вже чимало сьогодні говорили, що вони мусять робити або чого не мусять робити, аби безпроблемно, спокійно пережити ну, цю ситуацію, яка рано чи пізно завершиться. Геннадій, давайте з вас розпочнемо. Ну, во-первых, не панікувати, во-вторых, все-таки читати і анализировать информацию из официальных источников. Ну и третье, наверное, самое главное, это начинать с себя. Самоконтроль, самоизоляция, соблюдение карантина. Потому что на самом деле мы пройдем эту ситуацию, но мы столкнемся с ситуацией экономических последствий. И чем дисциплинированнее мы будем, тем меньше у нас будет срок карантина, тем больше у нас шансов максимально быстро все-таки возродить экономику. Я дуже дякую. Режиссер говорить, що час ставити крапку. Я дуже дякую глядачам телеканалу Z за те, що були разом з нами. Дякую гостям в студії, що знайшли час. Зустрінемося рівно за тиждень у цій же порі на телеканалі Z. Хай щастить. Тримайтеся і єднайтеся.